Поговорим немного подробнее о виртуальной машине. Виртуальная машина Java, поставляемая Oracle в составе JDK или JRE, имеет собственное имя – Hotspot. Увидеть это имя мы можем, например, в выводе команды java-version. Существуют и другие реализации виртуальных машин Java, в том числе от других производителей, но они используются реже и в основном в каких-то специфических случаях. В рамках данного курса мы будем иметь дело только с Hotspot, это наша основная рабочая лошадка. Задача виртуальной машины — исполнять Java байткод. Вопрос: откуда виртуальная машина знает, как именно ей нужно понимать байткод и исполнять его? Для этого Oracle с каждым релизом Java выпускает объемный документ под названием Java Virtual Machine Specification. В этом документе описан формат класс-файлов, перечислены все возможные в байткоде инструкции и подробно описано, как именно виртуальная машина должна их исполнять. Именно благодаря такой спецификации возможно существование независимых, но при этом совместимых между собой, реализации виртуальной машины Java от разных производителей, а также альтернативных языков программирования для виртуальной машины. Представьте себе, что можно придумать свой собственный, похожий или не очень похожий на Java язык программирования, написать для него компилятор в Java байткод и автоматически получить все преимущества платформы Java, такие как переносимость скомпилированной программы между аппаратными платформами и операционными системами, безопасность, производительность и тому подобное. На самом деле таких языков программирования уже существует немало. Я назову лишь несколько. Например, это язык Clojure, Groovy, Scala. А также на JVM были портированы некоторые исходно самостоятельные языки программирования. Например, существует JRuby, это реализация языка программирования Ruby, или Jython, это реализация языка программирования Python.